Всем большой привет, добро пожаловать! Я сегодня без макияжа, потому что мы сегодня с вами будем вместе краситься и тестировать новинки бюджетной косметики. Ну, преимущественно бюджетные, за исключением парочки продуктов от бренда Chic. Все остальное будет недорогое. Это будут новинки от Stellar, от Essence и также кое-что от Love Generation. Так что давайте начинать, будем пробовать, будем краситься и поехали! Начнем с тональной основы. Это новинка от Stellar, называется Cult Matte. Это матирующая тональная основа, и нам обещают, что она будет давать эффект такой заблюренной, фарфоровой кожи, при этом без эффекта маски. Звучит все очень привлекательно. Посмотрим, что на деле. Я взяла себе самый светлый оттенок 01 Milky Beige. Текстура у тона кремовая, он не жидкий, он такой достаточно плотненький даже, я бы сказала. Оттенок уже вижу, что светлый и, возможно, даже слишком светлый для меня, но это мы сейчас с вами посмотрим. Наносить буду спонжиком. Тоненьким слоем. С матовыми основами есть такая история, что поначалу они выглядят на лице симпатично, а потом они начинают как бы засыхать и подчеркивают все морщинки, все какие-то микроскладочки, весь какой-то микрорельеф на коже, и лицо выглядит очень непривлекательным. Ну, мы с вами посмотрим, как поведет себя этот тональный крем. Он, кстати, как-то специфически пахнет. У него такой, знаете, немножко пудровый запах, отсылающий меня куда-то в 90-е. Просто запах пудры моей мамы из 90-х. Помните, такая пудра синяя была? Golden Rose или как она называлась? С оттенком я немножко прогадала, светловат он мне, я с ним такая прям бледненькая. Ну ладно, это мы с вами дальше исправим как-нибудь в макияже. Вообще, в целом, тональная основа неплохо легла. Я нанесла ее аж в 3 тонких слоя, потому что иначе она вообще ничего практически не перекрывала. Мои вот тут вот постакне, они до сих пор просвечивают даже в 3 тонких слоя. То есть я бы сказала, что у нее покрытие от легкого к среднему. Но все же ближе к легкому, что довольно нетипично на самом деле для матовых тональных кремов. Но он прям вот легкий. На коже не ощущается. Он уже уселся, он впитался, никакой ни липкости, ничего от него не чувствуется. Вообще такой на лице пока очень комфортный. Ну, дальше посмотрим, как он будет себя вести. Тональный крем стоит 465 рублей. Следующее, что мы с вами попробуем, это консилер от Love Generation. Называется он I'm Amazing. И это full coverage консилер, то есть он консилер, смотря какой фабрик, смотря какие details. В общем, это плотный перекрывающий консилер, но при этом нам обещают, что он не будет сушить кожу и будет выглядеть на коже естественно. Этот консилер стоит 410 рублей, и здесь у нас такой пухленький, хорошенький спонжик. Я такие спонжики-пухлишки очень даже люблю, а вот сильно плотные консилеры на самом деле не очень люблю, потому что часто они смотрятся, ну, очень неестественно, прям как-то сильно выделяются на коже, лежат таким цементным слоем. Кстати, третий оттенок, посмотрите, какой светлый, он даже еще светлее, чем тон, хотя третий, да, я думала, он сейчас будет прям темненький такой, персиковый, а он прям светленький. Надо сказать, несмотря на то, что здесь много пигмента и текстура кажется как будто бы такой прям очень плотный, на самом деле он тонко ложится, смотрится прям естественно, да, классно, слушайте, мне нравится. И раз он с таким хорошим покрытием, я еще добавлю его на свои пятнышки от высыпаний. Мне не нравится, что я такая бледная, поэтому я, с вашего позволения, сразу добавлю немножко бронзера, чтобы все-таки как-то поживее выглядеть, а то я прям какой-то просто призрак из Азкабана. Я думаю, вы заметили, что кожа у меня сейчас не в самом идеальном состоянии. После родов состояние кожи у меня ухудшилось, стали часто появляться высыпания, при этом кожа стала местами какая-то более сухая, в целом более тусклая, плюс я стала очень часто простужаться. И в такой ситуации одной косметикой не спасешься, тут уже явно нужна помощь организму изнутри, поэтому я решила начать принимать витамины. Я слышала довольные отзывы о сервисе Халса от своих знакомых и также читала множество положительных отзывов и на iRecommend, и на отзывике, поэтому тоже решила попробовать. Халса – это сервис по индивидуальному подбору витаминов и минералов. С помощью врачей и нутрициологов Халса разработали специальный опрос, который аналогичен приему врача, и он позволяет выявить дефициты витаминов. Если же вы переживаете, что одного опроса для персонального подбора витаминов недостаточно, то тогда вы можете отправить Халса на почту свои анализы. Я прошла опрос, и сервис подобрал мне индивидуальный набор витаминов на месяц. В моем наборе сейчас находится железо, омега-3 и селен. Мне, кстати,
кстати, понравилось, что Халсы дали еще и объяснение, почему именно эти витамины и микроэлементы помогут достичь мне моих целей. После прохождения опроса я оформила заказ, и мне пришла вот такая яркая, красивая коробочка на месяц. И здесь мои витаминки, они расфасованы в индивидуальные саше, что вообще супер удобно. Вот в каждом саше идут витаминки на один день. Ну а для тех, кто постоянно забывает выпить витамины, у Халса есть специальный бот в Телеграме, который пришлет вам напоминалку. Вообще, конечно, это нереально удобно, потому что больше не нужно гадать, какие витамины в каких дозировках принимать. Не нужно изучать, что с чем сочетается. Все это есть персональной рекомендацией от Халса. И плюс еще получается и дешевле, и безопаснее, чем собирать набор витаминов самому. По истечении месяца набор будет меняться в зависимости от ваших целей. Какие-то витамины, например, нужно пропить только месяц, а какие-то необходимо пропивать 3-6 месяцев. Я свои витамины уже вовсю принимаю и уже чувствую от них эффект. Кожа стала менее сухая, и вообще в целом я себя стала чувствовать как-то бодрее и активнее. Вообще, я считаю, что принимать витамины — это значит осознанно заботиться о себе. В Европе 70% населения, в Америке 80%, а в Японии даже 90% населения принимает витамины на постоянной основе. В то время как в России это всего лишь 10-15% населения. Это на самом деле очень грустно, потому что это сказывается на качестве жизни. И, кстати, у Халса есть возможность оплаты долями. Получаешь свой набор витаминов сразу, а платишь частями. И это не кредит и не рассрочка. К примеру, мой набор стоит 3230 рублей, я сразу плачу 807 рублей, и потом каждые 2 недели плачу еще по 800 рублей. То есть я ничего не переплачиваю, я просто дроблю оплату на несколько платежей. По моему персональному промокоду TP01 вы получите скидку 45%. Я лично очень довольна сервисом Халса, поэтому могу вам их посоветовать. Переходите по ссылочке в описании под видео, либо сканируйте QR-код на экране и получайте уникальный, подобранный специально для вас набор витаминов. Давайте накрасим глаза. У меня здесь 3 палеточки от бренда Love Generation, и одна, к сожалению, у меня разбилась. Хотя я, кстати, хотела протестировать в первую очередь именно ее. Она в таких нюдовых тонах, но не судьба. Она тут вся просто разбомбилась во время доставки. Ну ладно, будем выбирать между вот этими 2, девчонки. Какую мы с вами возьмем? Вот эту, которая называется I'm Back to Being Spiritual Bitch. Бич-бич. Либо вот эту I'm who I want to be. Как переводится spiritual? Это что-то типа магическое? Это переводится как духовный? Тогда получается вообще странно. Я вернулась, чтобы быть духовной сукой. Название интригующее, поэтому давайте попробуем с вами именно эту палетку. Ну и по цветам она мне, кстати, даже больше нравится. Вот эта такая прям яркая, сочная, более летняя, а это более осенняя. На вот эту палеточку выложу у себя в Telegram сводчи, так что, кстати, подписывайтесь. QR, который можно отсканировать и перейти в ТГ, будет на экране. Стоит эта палетка 754 рубля. Ну, за почти 800 рублей, конечно, я считаю, что палетка слабенькая. Палетка слабенькая. Мне здесь не понравились матовые оттенки. Они меловые, они какие-то полупрозрачные, плохо тушуются. Я в этой палетке могу похвалить только 2 вот этих спаркла. Они очень такие маслянистые, классные, хорошо ложатся. Они, кстати, похожи на те спарклы, что у Love Generation в их отдельной палеточке со спарклами. Я вам ее как-то хвалила, советовала, она шикарная. Вот эти 2, они такие же по качеству. А вот этот темный спаркл, он какой-то сухой, какой-то шершавый, и он залипает навеки. Он мне не понравился. Ну, в общем, палетку я бы вам точно не посоветовала. Реснички, кстати, тоже накрасила тушью от Love Generation. У меня был как-то на нее обзор в Телеграме. Классная тушь с такой вот изогнутой щеточкой, очень хорошо подкручивает реснички. У Essence вышла интересная новинка, тональная основа под названием Skin Tint. И это такой легкий, невесомый тональный крем. Я уже его потестировала несколько дней до съемок этого видео. Вставлю под съемок, как он смотрится на коже. Мне он очень понравился. Он смотрится на лице супер естественно. Он дает такой эффект, знаешь, типа твоя кожа, только лучше. Он выравнивает, скрывает покраснение. Да, он, конечно, не замажет прыщи, он не замажет какие-то постакне. Он в целом просто красиво выравнивает тон, дает такое легкое подсвечивание, увлажнение. И здесь у нас еще есть SPF 30. Стоит в районе 400 рублей. А вот это вот интересную штучку от Essence я еще не пробовала, мы сейчас будем вместе тестировать. Называется этот продукт Magic Filter Glow Booster, и это у нас жидкий хайлайтер флюид. И это опять у нас вариация на тему Шарлотты Тилбери, их знаменитого подсвечивающего продукта. У Катрис есть подобная штуковина, мы с вами смотрели в одном из прошлых обзоров, кстати, очень удачная. И вот у Essence что-то подобное. Стоит 399 рублей, и у меня оттеночек 10, это самый светлый оттенок, а в
всего их в линейке 3. У него такая кремовая текстура. И, кстати, если сравнивать с Catrice, здесь текстура более плотная. У Catrice она такая более водянистая, более флюидная. Ой, ну красиво сияет. Такое прям влажное свечение. Надеюсь, что хорошо камера передаст. Да, красиво, мне нравится. Мне нравится, если смотреть на степень сияния, так скажем, то здесь она повыше, чем у Catrice. Он поярче сияет, более заметно. Ну, прям красивенько. Это прям хайлайтер-хайлайтер. То есть я бы этот продукт как базу под тон все-таки использовать не стала бы, потому что, ну, здесь слишком активное сияние. Мне кажется, это будет перебор. Хотя в описании к этому средству написано, что это жидкая тональная основа с эффектом естественного сияния, что у нее невесомое покрытие, она легко наносится, отлично тушуется, создает ровный и гладкий цвет лица. Ну, девчонки, ну как вы думаете, это тональная основа или нет? Ну нет же, но это не тональная основа, это жидкий хайлайтер. Если нанести прям на все лицо как тон, это будет смотреться, ну, максимально странно. Сегодня будет много продуктов для губ. Начнем с Essence. Это помады под названием The Slim Stick. И это должны быть матовые помады с таким бархатистым финишем. При этом нам пишут, что они не будут сушить губы, что они очень комфортные. Я выбрала два оттеночка, 102 и оттенок 104. Давайте начнем со 102, он называется Over the Nude. Это помада в формате такого узкого стика. Текстура очень приятная, бархатисто-маслянистая. На губах действительно комфортно. Но я бы, кстати, не сказала, что эта помада прям какая-то экстра матовая. Она скорее такая натурально-сатиновая. Все-таки легкое свечение, влажноватость здесь присутствует. Я бы ее прям таки матовой не назвала. Но на губах комфортная. На губах комфортная, оттенок симпатичный, такой персиковый нюдик. Очень естественный, я думаю, что многим понравится. Давайте будем наносить следующий оттенок, этот сейчас сотрем. Ну, кстати, в плане стойкости она, конечно, не стойкая, она отпечатывается, но это сразу чувствуется по текстуре, она не фиксируется. Хотя здесь написано, что у нее стойкость будет 6 часов. Ну, нет, 6 часов, конечно, она не продержится. 6 часов это про другие текстуры. И оттеночек у нас 104 Baby God Blush. Тоже очень симпатичный носибельный оттенок. Кто любит такую розовую припыленную гамму, вам понравится. Но я больше люблю такие все-таки более коричневые нюды. Но это тоже симпатичный, тоже хороший. Текстура такая же, как и у 102. И стоят такие помадки 303 рубля. Давайте будем пробовать супер хайповые нашумевшие новиночки от Chic. Это блески для губ с ухаживающим эффектом в двух очень популярных оттенках. Это оттенок 08 Brown Sugar и оттеночек 07. 07 я уже открывала, уже не сдержалась и попробовала его, и он мне очень понравился. Он мне очень понравился. Потрясающе красиво смотрится на губах. Ну, вы сейчас сами все увидите. Его, конечно, классно дополнять карандашом для губ, но мы сейчас его просто в соло-варианте нанесем, без карандаша. Смотрится, по-моему, просто роскошно. Красивый шоколадный оттенок. На осень вообще просто супер. Текстура у него экстра приятная, такая мягкая, увлажняющая. И действительно, этот блеск с увлажняющим, ухаживающим эффектом. Губы, когда он съедается, остаются напитанными. Стоит этот блеск 850 рублей. Давайте попробуем 8 оттенок. 8 еще более популярный, чем 7. 8 это у нас холодный коричневый, а 7 это у нас теплый коричневый. 8 я еще не пробовала. Сейчас вместе с вами первый раз попробуем. Единственное, знаете, я была бы рада, если бы у этих блесков был все-таки спонжик покрупнее. Здесь такой спонжик маленький. Это не очень удобно. Я люблю такие пузатенькие, пухленькие спонжики. Честно говоря, я большой разницы между 7 и 8 оттенком не вижу. Тут, знаете, такая разница на полутонах, на полутонах. Плюс-минус одинаково выглядят. Это тоже такой насыщенный, шоколадно-карамельный, классный оттенок. Тоже красивый, тоже нравится. Но вот 7, наверное, мне все-таки даже чуть больше понравилось, чем 8. Хотя 8 более популярный. Напишите, кстати, вы видите вообще какую-то разницу на мне с 7 и 8 оттенком? Мне кажется, что плюс-минус одно и то же. Но однозначно вот эти блески я могу посоветовать, они суперские. Новиночки от Essence и от Chic я заказывала на rendezvous.ru. Помимо парфюмерии, там еще большой выбор косметики и декоративной, и уходовой. Очень много разных брендов. И корейская косметика, и разная европейская, и российская. В общем, выбор очень большой. Также, вы знаете, да, на rendezvous огромнейший просто выбор парфюмерии. Там можно найти все, что вашей душе угодно, даже какие-то редкие ароматы. И там очень классные и приятные цены. У них часто
часто проходят распродажи, скидки, акции. Плюс у меня еще есть мой именной промокод, который дает дополнительную скидку 10% и суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. И суммировав все это вместе, цены получаются просто великолепные. Так что заглядывайте на рандеву, там много всего интересного, отличный интернет-магазин, который я могу от всей души вам посоветовать. Я вернулась к вам спустя 4 часа, у меня сегодня такая получилась раздробленная съемка, но зато мы с вами можем посмотреть, как смотрится тональный крем на лице спустя такое количество времени. Я ничего не припудривала, не промакивала, то есть вот просто как нанесла, так и хожу. Я вам хочу сказать, что он ведет себя прям достойно, он ведет себя хорошо. Т-зона немножечко поджирнилась, но так, знаете, как бы нормально, не критично. Никуда он не закатался, не свалялся. Смотрится супер натурально, естественно. Ну вот просто буквально он слился с кожей. Мне нравится. Даже как-то поры сильно не выделились. Короче, классно. Тон вообще, тон понравился. Еще один продукт от Essence. Это румяна. Называются они Blush Crush. И они меня заинтересовали своим оттенком. Потому что оттенок уж до боли похож на Rosy Glow от Dior. Ну, явно, мне кажется, как бы вдохновлялись они именно самыми хитовыми румянами в линейке Dior. Ну, оттеночек очень похож. Я, правда, не вижу какой-то номер оттенка. Но я где-нибудь это найду, подпишу либо в инфобоксе, либо на экране текстом. Давайте попробуем. Сначала хочу посвотчить. О, они такие приятные, мягенькие, такие, знаете, как будто бы прям даже пружинят. Очень приятная нежная текстура, пигментация, судя по всему, здесь яркая. Они даже как будто бы немножечко кремовые. Я думаю, что с ними можно легко переборщить, поэтому буду стараться наносить прям чуть-чуть. И да, я была права, переборщить с ними легко, и они немножечко подзалипают. Но будем брать чего внимание, что у меня уже тональный крем, так скажем, не первой свежести на лице. Все-таки тон уже пожил. Возможно, где-то подвпитался, где-то подстерся, и поэтому румяна могут так ложиться. Румяна прелестные, они с таким приятным легким сиянием. Классный морозный розовый оттенок. Думаю, что понравится многим. Пигментация, как вы сами видите, на высоте. Стоят эти румяна 402 рубля. Переходим к продуктам для губ, точнее продолжаем тестировать продукты для губ. Карандашки для губ от Love Generation, называются они Lip Pleasure, и у меня здесь 5 оттенков. Это гелевые карандашики, обещают нам, что они будут стойкие и при этом комфортные на губах. Давайте попробуем вот этот оттенок 06, это такой темненький коричневый нюд, как раз таки то, что сейчас очень актуально. Заштриховала этим карандашом всю поверхность губ. Мне очень нравится, как смотрится. Оттенок просто восхитительный. Очень красивый. Текстура у карандашика приятная. Он легко скользит по губам. Он прекрасно пигментирован. И я чувствую уже, что он фиксируется. Карандаш явно будет стойкий. Но сейчас попробуем. Прошло буквально вот несколько секунд, пока я нанесла. Вот, и вообще не отпечатывается. Стойкость здесь будет прекрасная. И стоят эти карандашики 376 рублей. И что, кстати, приятно, они не стягивают кожу губ. Давайте попробуем еще оттеночек 08, тоже такой трендовый, темный. 8 оттенок с явным холодным подтоном. Классно будет смотреться на контрастных брюнетках. Здорово будет сочетаться с какой-нибудь светлой помадой внутри. Я специально наношу на всю поверхность губ, чтобы было проще оценить оттенок, если просто по контуру наносить, мне кажется, не очень понятно. А когда все губы заштриховываешь, оттенок хорошо виден. 4-й оттенок тоже из нюдовой гаммы. Если вам не нравятся коричневые оттенки, то тогда, девчонки, 04. 04 – это то, что вам может понравиться. И еще есть 03 оттенок. Ну, это я уже вижу, что такая прям пыльная розочка. Мы сейчас тоже его с вами нанесем. 3-й оттенок оказался довольно светло-розовым. Не совсем моя история. Мне кажется, что мне такие оттенки не к лицу. Но вообще в целом оттенок симпатичный. И также еще есть 01 оттенок. Это классический красный. Это оказался не совсем классический красный. Это красный с явно выраженным холодным подтоном, то есть такой красный на синеватой базе. Такой оттенок, кстати, здорово визуально выбеливает зубы, и это здорово. Красные на теплой базе, наоборот, зубы делают более желтыми. А тут же ваша улыбка будет белоснежной и потрясающе красивой. Тоже хороший, тоже хороший. Ну что, мы с вами все потестировали, давайте кратенько пройдемся по продуктам. Тональный крем, да, понравился, классный. Тинт от Essence тональный тоже понравился, классный. Жидкий хайлайтер от Essence понравился, прекрасный. Блески от Chic супер. Помадки от Essence неплохие, но имейте в виду все те нюансы, что я сказала. Стойкости от них не ждите, и экстра матового финиша тоже. Понравился консилер, на удивление, хотя
не была уверена, что понравится, потому что он плотный, перекрывающий. Это не совсем моя история, я больше люблю легкие покрытия. Но он прекрасно лежит на коже, он никуда у меня не провалился, не скатался, очень достойно выглядит. Супер, понравился. Румяшки отличные. Ну и, в принципе, единственное, что меня в этом видео разочаровало, это палетка. Палетка нет, палетку посоветовать не могу. Карандаши для губ замечательные. У нас сегодня получились прям классные бюджетные находки. Надеюсь, что видео вам понравилось. Постараюсь найти на все ссылки и оставить их в описании под видео. И также не забывайте, что в описании под видео вы найдете ссылочку на Халса для подбора идеального лично для вас набора витамин. Прекрасного вам дня. Пока-пока.